Здравствуйте, с вами Android. Android сегодня хотел рассказать о весьма необычной игре, которая называется «8 дней». Вы, наверное, слышали такой одноименный роман Жюля Верна, который называется «Вокруг света за 80 дней». Так вот, на основе этой книги создана эта игра. Вы в данной игре отправитесь в захватывающее путешествие, будете проявлять свою смелость, смекалку, и вы за 80 дней должны выиграть спор, чтобы весь, так сказать, мир, весь этот земной шар успеть проехать за 80 дней. Достаточно необычная сама концепция данной игры. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Игра на английском языке, и мы начинаем с вами с Лондона. Тапаем, начинаем наше приключение. Будут различные нам вопросы задаваться, да, вот как бы, наверное, как бы по книжке, да, и мы будем выбирать какие-то варианты ответа и строить какие-то определенные фразы, которые наверняка как-то влияют на наше прохождение. Сверху показано количество дней, время и время суток. Вот мы с Лондона направляемся в Париж, и так будем путешествовать по различным городам. Путешествие у нас затянется на долгие 80 дней. Все, мы взяли наш багаж и идем дальше. Скачем на повозке, которая у нас ведет дальше и дальше. Незатейливая игра, очень интересный графический стиль, необычность. В первую очередь, вот это меня больше всего привлекает в данной игре. Многие, конечно, данная игра отпугнет, потому что она необычна, нет какой-то трехмерной графики, но есть в данной игре своя прелесть, я считаю. Все сделано очень качественно и интересно. А если вы читали книжку, то вы наверняка захочете в данную игру сыграть, потому что вам будут какие-то вещи знакомы, и вам будут понятны какие-то моменты. Но, повторяюсь, нужно обязательно знать английский язык, в противном случае тут вы практически ничего и не поймете. То есть для знания английского обязательно. Вот видите различные диалоги, тут в принципе делать больше ничего не надо, просто путешествуйте, тапайте, собирайте багаж, общайтесь, и больше делать ничего не надо. Давайте теперь по поводу оценок. За графику, тут стиль очень красивый, стиль поставлю все-таки, наверное, 4. Управление поставлю 5, тут париться не надо. За музыку поставлю 4. За интересность поставлю, вот 5 поставлю. Хоть я в данную игру играть не буду, но игра сделана очень хорошо. Нравится — играйте. С вами был Android Androidыч. Не забывайте ставьте лайк и вступать в мою группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.